ho, 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 ho! Merry Christmas! Хоу, 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 мои маленькие любители покушать. А пока на фоне не строится елка, вашему вниманию предстоит новогоднее видео. Офигеть. Уже год прошел с того момента, как я начал заниматься каналом. И с тех пор, как еженедельно выходят видеоролики. Когда говоришь год, представляешь что-то длинное, что еще не скоро. А оборачиваешься, и вот он уже пришел. Но я ни о чем не жалею, а даже наоборот. Я очень рад, что в этом году я начал заниматься ютубом, и очень благодарен вам, что вы проходите весь этот нелегкий путь вместе со мной. Если бы не вы, не ваша поддержка и отдача, то и канала бы, наверное, не было. Именно благодаря вам, моим зрителям, мы можем делать все вместе, вместе учиться, вместе узнавать что-то новое, ошибаться, падать, а потом как ни в чем не бывало вставать и снова идти с улыбкой на лице. Смотря на уходящий год, можно подвести определенные итоги. Мы прошли террарию по хардкору. Лично для меня это было в новинку. И кажется, если бы не YouTube, я бы никогда этого и не сделал. То же самое касается и Римочки. Ведь все мои прошлые прохождения заканчивались ничем. Но благодаря вам мы смогли завершить путь нашего капитана Пельмешки. Ой-ой-ой-ой, прошу прощения, майор Пельмешки. Мы начали изучать космос, бороздить просторы вселенной в Kerbal Space Program. На Марс летать, конечно же, не успели, но у нас все еще впереди. Начался новый сезон Майна с большой кучей ачивок, наполненной кучей фана-конструктива, ну и обычный абсурд там тоже присутствует. Не хочется, чтобы все сводилось к клише каким-то, но без них никуда. Этот год был очень продуктивным, был наполнен для меня и для вас новым бесценным опытом, новыми впечатлениями и знакомствами. И за все это я благодарен именно вам. Обычно после этих слов должен быть анонс какого-то розыгрыша, но как бы мне не хотелось его провести, и как бы мне не хотелось отблагодарить каждого из вас коробочкой с подарком под елочку, но по финансовым причинам, к сожалению, я не могу этого сделать. Но все же не может идти у нас гладко. Но не стоит забывать, что у нас все впереди. Впереди новые проекты, новые грандиозные планы, новые сезоны, новые свершения. А самое главное, что мы все это будем проходить вместе. При этом наслаждайся чем-нибудь вкусненьким. Всегда было сложно что-то желать, особенно чтобы все это не сводилось к каким-то клише. Я лишь пожелаю, чтобы сбывалось то, чего вы так сильно хотите. И для этого прикладывайте все свои силы. Ведь всего этого можно достичь, стоит лишь только начать воплощать свои планы в жизнь. Я надеюсь, что в следующем году у вас останется только самое лучшее. Ну и тут без клише не получилось. И пока у меня не вернулись слезы на глаза, я хочу выразить особую благодарность всем вам, ведь вы у меня самые лучшие зрители. Без соплей не получилось. Ну вот так. Видео подходит к концу, ну а приключение только начинается. И как всегда, клеит сердце лишь слова. Продолжение следует.